Нужно отыгрывать две шайбы. Пустинян не сумел переиграть Попугаева. Гудочек снова на Попугаева. А это Марат Хайрулин. Ну, надо сказать, очень красивая такая перепасовочка. Гудочек, Попугаев. Попугаев обратно на Гудочека. И Хайрулин ставит точку. С острого угла уже был отыгран. Голкипер гостей, не успевал он переместиться на противоположную штангу. Увеличивает отрыв, забивает третью шайбу. Ну, шикарно, конечно, надо признать. Многоходовочка.